Объявление. Срочно требуется помощник руководителя. Обязанности: ведение документа оборота на предприятии. Образование не ниже среднеспециального, возможно, без опыта работы. Требуется инспектор по кадрам. Ведение кадрового дела производства, подготовка и передача информации в бухгалтерию для начисления заработной платы, выполнение отдельных поручений руководства. Требуется бухгалтер, расчет и выплата заработной платы, взаимодействие с судебными приставами, контроль за оплатой обязательных платежей. Объявление. Продам два приватизированных садовых участка общей площадью 12 соток. На территории имеется строение, дом 50 квадратных метров, подсобные помещения, туалет. Объявление. Добавляйте свои объявления на сайтах ors.ru, ntsk.ru, gai.rf и 1743.ru. И, возможно, в следующий раз в эфире появится именно ваше предложение. Объявление.